Город-курорт Анапа, поселок Витязева, дикие пляжи. Плюс 11,5 примерно градусов температура воздуха. В этих же пределах, я думаю, где-то в 10-9 находится температура водички. И просто сумасшедшие картинки рисует сегодняшнее море. Такое пенное, такое живое, такое необыкновенное. Можно даже немножко получить удовольствие побольше. Посмотреть за волною. Ай, шикарно-то как. Вообще, какая красота, друзья. Вот, если вам понравилось, напишите обязательно. Как же оно шумит-то сегодня. Это просто какой-то невероятный звук, а. Вообще. Фантастика, просто фантастика. Ай-яй-яй-яй. Просто каждый... Ах, чуть-чуть бы еще и меня намочило. Ох, морешка, а? Хочет обниматься. Просто. Для охотников за ракушки тут настоящий рай на диких пляжах Витязева. Причем, что ее очень много. Сантиметров 20. Я вот только до песка дошел, наверное. Очень глубоко можно накопаться, прям душевно. Ай. За волной находит волна. И вот помимо песчаного, видите, такая же красота, еще и на ракушечном пляже получается. Очень хорошо на пляже Кивилок, видите, здесь можете увидеть, что людей становится все больше, гуляющих вдоль берега. Никому не нужны там деревянные настилы. Просто хочется, чтобы все было красиво. Так и прогуливаются, получают удовольствие. И это очень приятно, на самом деле. Такие моменты, когда находишь красоту на пляже. Ну, кто-то потрудился, сделал из рапанов такую просто великолепную картиночку. И тут «Up, I love you, море». Напишите обязательно в комментариях, любите ли вы море, друзья. И уют приближает Витязевский пляж. Мы гуляем и вот так вот. Ракушки поднимаем. Вообще ощущения космические. Добрались до центрального пляжа Витязева. Называется Паралия. Блин, очень красиво сегодня здесь все выглядит. Люди гуляют, тучки гоняют, море шумит. В общем, такой вот витязевский колорит. Сейчас продолжают люди свои купания в море. Получая удовольствие. Поселке Витязева, и в принципе я думаю, что никто бы и вам не помешал, если бы вы захотели искупаться. Почему бы и нет, не получить такое удовольствие от купания в море? Ведь, наверное, самое лучшее, что может происходить, это как раз таки морские ванны принять от души. Так что мы всех приглашаем, ребятки, получайте удовольствие, приезжайте к нам. Не обязательно ждать лета, сейчас море гораздо чище и приятнее, и вам будет при этом анапские будни, собственно, для настроения, для получения удовольствия. Что может быть лучше? Говорится, физкульт, привет. От души красота. Что? Море уже вокруг. Это вот когда мне говорят, что пляжи не забираются, мы можем посмотреть, как здесь это все происходит и получается. Вот она, таблетка уже в море стоит. Постепенно вот дальше прогуливаемся, прошли до пляжа Жемчужина России. Здесь можете посмотреть, нас затягивает облачками, но все равно, пока вот, конечно, красота поражает. Тут дюны гораздо выше, чем на тех пляжах, где были. Добрались до пляжика Селены, можете увидеть, что здесь многие приходят чаек покормить, подкидывают им хлебушек, они вот летают. Такие как бы фильмы ужасов кадры, да? Ну и здесь очень много людей отдыхает. Ну, отдыхают они в парусе, скорее всего. И гляньте, сколько их там по берегу гуляют. Вот так вот. Очень популярны сегодня наши черноморские прогулки.